Подрывки были, но чуть-чуть такие вялые какие-то. То есть уже рыба ушла то ли на глубину, то ли просто не клюет. Не знаю. Поймал я одну. Одну, по-моему, да, одну плотву. Хорошую такую, грамм, наверное, на 300, на 400. Вот и все, просидел. Просидел я часов 5-6. И сегодня вот решил ездить со спиннингом, походить, побросать, потому что на фидер, думаю, уже бесполезно. Вообще. Тут хоть как-то со спиннингом ходишь как-то, интерес все равно есть, на природу смотришь, места различные красивые, где-то норка побежишь, увидишь бобры, вот здесь есть у нас. Как-то так, ребят. Ну ничего. Мы же не за рыбы приехали. Так отдохнуть, погулять. Не поймаем, значит, не поймаем. Ничего страшного. Ну, здесь я тут попробую. Ой. Не шлепнется бы, вода сейчас холодная. До машины далеко. Но щука сейчас не активная, потому что всплесков практически нет. Она стоит где-то на глубине, наверное, в коряжнике каком-то. Особо, в общем, себя не проявляет никак. Уже я прошел, наверное, 2 км по реке. Периодически тут, там забрасывал на вертушку, на колебалку. На воблер, правда, не пробовал. Но думаю, просто рыба, если клюет, она долго не заставляет тебя ждать. Если она не активна, то это уже просто удача будет, если поймаешь. Ну сейчас тоже, когда приехал, попался на встречу спиннингист. Ничего, говорит, вообще даже поклевки не было. Смотрите, мусор у нас плавает, бутылки. Не понимаю таких людей, которые вот мусорят на реках, озерах, ну вообще на природе. Неужели так трудно с собой взять пакет и забрать с собой весь мусор? Это, наверное, люди, которые вот один раз приехали и больше планируют сюда не ездить. Либо им без разницы вообще. Грязь тут, не грязь.
Потом удивляемся, почему у нас так грязно. Так, вот палочка какая-то. Ее посмотреть. Кажется, это вот бобр ее обглодал. Иди сюда. Интересно просто. Там, ребят, прям такое, такие всплески были, прям, я не знаю, либо это, вертушку поставлю. Мне больше нравится вертушка. Был? Мы, видимо, прятались от дождя, сидели, костер жгли. В общем, мусора тут после них оставили кучу, бутылки, пакеты. Я вот здесь еще ни разу не был, я до сюда первый раз дошел. Там вот какое-то болото. Сейчас пойду посмотрю, что там за болото. Интересно. Чувствую, весной на утку сюда ехать. Вот еще, ребят, салаз один. Я уже понимаю, что это точно были охотники, которые тебя здесь еще не охотят на селезня. Значит, вот такой вот салаз. Естественно, он подразбомбился за лето. Так вот, вот они сидели. Так. Индустрия. Ильзу нашел. Тройка. Мясо калина. Вот еще одна. Фетер. 16 калибр. Пятерка. Такие гузочки. Говорят, я думаю, еще можно найти. Вот. Ребята здесь какие-то охотники сидели. Скорее всего, оставили чула здесь. Здесь воды, скорее всего, было больше. Вот. Ну, в общем, такое вот место интересное нашел. Интересное место. Здесь, мне кажется, даже осенью можно охотиться. Но весной. Весной вообще нормально. Я вот знал, что здесь есть болото. Смотрел по карте. Но не ходил сюда. И сюда на машине весной не проедешь. Надо. Надо как бы внедорожник. Вот еще один салаз. Ну, смотрите, где какой. Видите? Видите, как он салаз. Сделан. Смотрите. Видите, как. Да, здесь удобно. Удобно посидеть-то. Пойдемте дальше посмотрим. Ну, дальше. Вот
сухое это болото. Довольно-таки это большое. Здесь лед ломаный. Кто-то здесь лазил. Возможно. Ага, все понятно, что тут лазил. Тут переходило. Переходило стадо кабанов на ту сторону. Видите, лед ломаный. И вот следы их, тропа. Такие вот у нас места. Причем тут совсем недалеко до города, а до дачных садов вообще, по-моему, 3 километра. Здесь у нас водятся кабаны. Всякая живность. Интересно. Да, не знал. Такое хорошее место есть. Я бы, конечно, сюда ехал. Там гильзы лежат. Да, вот и бобр здесь грыз. Здесь прям вообще прям место такое хорошее. На утку-то точно. Бобрик, да, здесь лазил. Ага, вон палочки обглоданные. Во льду уже замерзли. Бобрик тут приходит. Да. Интересно. Интересно. Ну, что ж, я думаю весной я сюда приеду. Поохотить селезня. Ребят, смотрите. Еще что-то впереди какой-то. Какая-то беседка. Пойдем посмотрим. Возможно, прямо вот в этой беседке люди охотятся. Товарищи охотники.
Так вот, ребят, такой вот мест нашел. Видите? Так, и болото у нас. Смотреть, где оно заканчивается. Слышал голоса. И болото у нас это, ребята, он заканчивается. Вон там заканчивается. Бобрик работает. Здесь работает бобрик. Смотрите, ребят. Все обглодано. Все обглодано. Смотрите. Вот он здесь сидит, гложет. Смотрите. Палок обглодан. Почему-то кажется, что он здесь. Здесь живет бобр. Он сюда, мне кажется, не с реки приходит. А именно он здесь живет, наверное. Ну, смотрите. Смотрите, сколько палочек обложено. Он здесь сидит ночью и конячит. Здесь у него прям тут столовая полная. Так, вот, ребят. Бобрик питается. А вот у него нора. Вот у него нора, ребят. У бобра. Где он здесь живет? Только бы не упасть. Вот у него, ребят, нора. Как он здесь ходит? Получится лед разбить. Вот такой же довольно. Где-то живет. Где-то вот здесь. Да, интересно. Интересно, ребят. Здесь воды, конечно, весной больше. Такое вот интересное место. Да, смотрите. То ли мне кажется, то ли тут закидка была на него сделана. Вот смотрите, считай, следы, вот бревно лежит,
здесь бревно, вот палочки забиты, чтобы это бревно не уехало. И вот здесь чувак сидел, вот так вот, тихо, сидел и ждал бобра. Но вечером, зачистку делают вечером, за час до темна, ну и после 17:02, смотри какая погода. С фонарем нельзя на бобра охотиться. Здесь, скорее всего, все затапливается. Вот, не было никого. Казалось. Хочу посмотреть на это болото. Большое оно. Нет. Потому что здесь... Здесь вот эта беседка, скорее всего, люди, которые ее строили, они и приедут сюда весной. А нам надо, я не люблю сидеть с кем-то в компании, тем более с чужими. Я думаю, если здесь такой же беседки нет, то можно будет весной на селезне приехать сюда. Хочу посмотреть, какой он, размер какой у него. В принципе, даже вот, что я вижу, даже такого болота будет без глаза. Потому что утка здесь есть, весной я ее видел, она здесь мотается, но на реке она не сидит. На реке течение сильное, ей как бы там делать нечего. А она вот сидит на болотах. Вот это. Если что, ну, все понятно. Болото небольшое. Все, в принципе, понятно. Вот если что, можно будет сюда приехать, если здесь что-то будет. На том. Вот сюда, ребят. Где-то там вот сделать укрытие осталось. Вот это так. В общем, все мне понятно. Здесь я все понял. О, ребят, смотрите мне, пацаны какие. Сейчас я пойду сюда в беседку, попью чай, за собой термос, перекушу, штаны почистю и буду продвигаться к машине. Потому что время уже часа три, это, наверное, даже полчетвертого. Пора идти. Мне еще ехать до дома.
километров 40. Что на сегодня хватит. Ну, видно, да, что бобр вот здесь вот лазит по этому канальчику. Ну ладно, ребят, все. Всем пока. Подписывайтесь на канал, не стесняйтесь. Канал я создал недавно. Снимать я еще толком не умею, так что строго не судите. Как получается, буду стараться делать лучше. Куплю еще камеру, одну со временем. И буду пробовать учиться делать хорошие ролики. Все, ребят, ладно, всем пока. До следующей встречи.